Специально для сборника «Славянский хардкор» прямиком из Иваново в Воскресенской губернии. 2017. Вы готовы, блять? Расход! Ищи лаправду! Ужас там чует, но не в чище. Толкать на сухую, нам не хлебать. Иметь нас хлебами, уроки лет учить рубежами. Дали вам на хлебу, что не рождают мясо. И хорово на сон, что наводилось мясо. Засыпь металл, что в костре, и сыщешь меру. Пища в карманах, все сплывет, спеши повторы. Она будь урочи, на ней взяты гладки без обкатки. Расход полетела, в суде оскудела. Ошибь наград, тишечь нам платки. Все в расход. Расход!
подставить детей. Мне не друг, вам идейный солдат, если босс отдам. Вы космополиты, боятся протестами, слагаете сладко и в центре внимания. В деле под стол, мол, сражаться здесь без толку, и соль вашей правды гниет оправданиями. Вперед, толерант! Ты окружен, но не слонен. Твои
реализуй свое решение. Славянский хардкор. Ведущий победе, потери, яри, катастрофы, звуки истерики и визгов под гнетом. Устраняем для того, чтобы развеять мифы, добиваясь этого кровью и потом. Реализация решения, удары в голову. Реализация намерений, шаги вперед. Реализация решения, пока мы молоды. Реализуй свое решение. Наше решение — это противление. Наше решение — это противление. Реализуй свое решение. Твои намерения не отступать перед слабостью. Пусть день курок. Это решение
siłą ty stawia granice mocny mura. Zbyt nie radio będzie nie rada. Udziel blesku, utok mekla. Słabą zmienię na szybszy diabła. Jaśni siwą, bez zamurka. Rap rad rozmyta z minus letka. Z planu ta wasze nie inuce łaska. Nienawiść nie noszą mu łomotko. Słowami preklinami ja preklinam wasz wet. Słowa a my mam jedyną odpowiedź. Słowami preklinami ja preklinam wasz wet. Co z taką na duszy. We're too late. Nienawiść nie w nas. Nienawiść złymy. Nienawiść prawdziwą. Co byśmy chcieli uczynić. Nienawiść nie w nas. Nienawiść złymy. Nienawiść prawdziwą. Co byśmy chcieli uczynić. Nie składa to kopii rozbite czerpi. Nie będzie mocno skój siaci. Cudza lincz, nie lutosny kat. Nienawiść nie prawo, ty kradu. Praca nie lada, nie lada. To kopy nie, nie ma. Nie ma. Zabrany, nie bita. Nie bita. Zwolenie, jednak zakony. Są wami preklinami. Ja preklinam na swe słowa. A my mam jedyną odpowiedź. Ostanę w nas
тем, кто усмехался и нам мешал. Ибо распеть тем, кто много пиздел и нас предал. Не нашло, не заставляло всех, кто быть первым, не озираясь на тех, кто стоял в стороне. Пропитанные ненависть, решение влево, постояли свою сцену в этой войне. Уважение тем, кто был теперь. Это верность небо пронес через года. Дружба, верность и солидарность. Вот было так, есть и будет всегда. Задыхаясь и падая с ног в том сражении с самим собой.
Люди рушат замки и цепи, разбивая запреты и ложь, призывая виновных к ответу. К новой жизни идет молодежь. Люди рушат замки и цепи, разбивая запреты и ложь, призывая виновных к ответу. К новой жизни идет молодежь. Черным дымом вера заставит идти до конца. Назад отступать недопустимо. Огонь революции греет сердца. Лопнула грязь народного гнева. Стали герои на защиту свобод. Против системного без предела. До горящих покрышек, до кислород. Из искры разгорается пламя. Рушится тюремный бетон. Священное пламя. Все охвачено протестным огнем. Люди рушат замки и цепи, разбивая запреты и ложь, призывая виновных к ответу. К новой жизни идет молодежь. Люди рушат замки и цепи, разбивая запреты и ложь, призывая виновных к ответу. К новой жизни идет молодежь. Тот, кто говорит «Россия для русских». Ну, знаете, трудно удержаться, чтобы не давать характеристики этим людям. Это либо непорядочные люди, которые не понимают, что говорят. И тогда они просто придут. Либо провокаторы. Ты нахуй! Я благородный националист! Радикальный анархист, интеллигентный банк-аморал. Убей меня, Путин, я хулиган. Я террорист. Убей меня, Путин. Я русский. Убей меня, жить. Праведный свет, ты так рано пополнил ряды баранов. Где ты и не
живет больной, понавешав на здравых ребят грудов, потакаясь врагу идеальный кой. Ты никогда мне не понять и не постигнуть, не обрести, как можно стоило себя загнать, когда тебе нет и двадцати. Веселей, здесь нет лишних дней.
я не убью. У нас все, кроме права на битву отняли, а все остальное своей силой возьмем. Я кто?
6% белых убивают себя как могут. 6% белых добивают себя где могут. 6% белых убивают себя как могут. 6% белых. Настоящий бойцов!